Всем доброго времени суток, вы на канале HardGazetInfo, это телефон HiFury Note 10, и сейчас я вам покажу, как же добавить отпечаток пальца, блокировку отпечатком пальца на данное устройство. Первым делом, что мы сделаем, мы зайдем в настройки через меню уведомлений вот таким вот образом. После этого переходим в защиту и местоположение. Выбираем отпечатки пальцев, нажимаем далее. И выбираем вторичный способ блокировки. Например, это может быть графический ключ, пин-код или же пароль. Если мы выберем графический ключ, тогда наш телефон можно будет разблокировать при помощи графического ключа в случае, если его пытается разблокировать какой-то другой человек, или же наш отпечаток по каким-то причинам не подходит. Нажимаем «Да» и вводим. Ввели графический ключ, а после этого выбираем опцию уведомлений. Либо же мы хотим, чтобы на заблокированном экране не отображались уведомления, либо же хотим, чтобы они полностью отображались, либо же мы хотим скрыть уведомления, например, о личных сообщениях, или же какие-нибудь приватные уведомления. Я выберу вторую функцию. Нажимаем «Готово», и теперь на задней панели экрана находится у нас датчик отпечатка пальцев. Сюда прикладываем отпечаток на наш палец, таким образом, каким мы будем разблокировать телефон. Прикладываем. И нажимаем «Готово». Отпечаток пальца добавлен. Теперь, чтобы разблокировать телефон отпечатком, для начала его заблокируем и попытаемся разблокировать. Прикладываем палец, и, как видите, все отлично работает. На этом все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и до скорых встреч. Пока.